Привет! Друзья, прежде чем начать видео, хочу посоветовать всем, кто интересуется ремонтными работами, канал Антона Манойла. Он выполняет все виды электромонтажных работ, в частности продает и осуществляет монтаж электрических теплых полов. Также выполняет все виды отделочных работ, рассказывает о нюансах, расходах материала и их применении. Мне лично было очень интересно посмотреть серию видео о полном цикле ремонтных работ в новострое, так как сам в этом году планирую тоже заняться ремонтом своей квартиры. Так что, друзья, кому интересно, переходите по ссылке в описании. Лицо такое довольное. Я не понимаю, что фоткать? Чего снимать видео? Чего ты такой недовольный? То, что не вошло в этот в круиз по Германии будет, знаешь, что, как после фильма. Типа, что не вышло? За кадром. За кадром. Кислое лицо Дениса. Ну, помещение такое прикольное. Много прикольных помещений. Короче, надо искать. Вот, да. Вот это все надо. Вот стаканчик, вот, смотри. Где-то вот так вот в киллер идет. Лапиды, которые заселяем дома. Стаканчики. Так, короче, вот это заберем, надо дома пересортируем. Это еще должно быть. Сейчас лишние вещи, я так смотри, берем. Они уже все посортированы. Да. Тут даже, а вот это мои. Шулик. Это еще не перекручено. Очки. Вот это сюда или наоборот? А как хочешь. Вот это и все. Так. Вроде еще где-то не было. Все больше. Ну еще будет. Те, которые не поменяла. Это не успели поменять. Мы когда красим, сразу мы поменяем. Видишь, это на 4. Угу. Все? Все. Вот шины, видишь, видите, те, когда они везде. Ага. Короче, где отпали, там и бросим. С какой целью ты интересуешься? С какой целью вы интересуетесь? 7 часов. Всего лишь 7. Вон, сейчас везде. Это вот у нас ураган в четверг пошел. Ураган, это вот все выпало. Стрельба, смотри, сколько леса выпало, все. Все, корни. Это было закрыто, смотри, дорога, это смотри, еще мало. Повырывало с корнями. Вот. Вы пока еще. Вон, видишь, это самое, погрузчик специально вон рисует. Короче, после этого теперь работаю, да, расчищаю. Дорога была закрыта. Обосра включить тебе, когда ехали. Надо было, я же не знал. Как полосами, короче. Короче, прошел ураган, а теперь... Федерико, или как он там назывался. Федерико. И теперь все пилят лес. Усилят. Женя, открой, пожалуйста, стекло. Сегодня пчелка 100% летает. Тоже смотри, где тачки хорошие, хочешь посмотреть? В смысле тачки? Где тачки? Пойдем. Вот там, прямо.
мечту мою покажу, потом не снимай. В смысле не снимать? Я снимаю все. Это по-любому все у нас довоенное все построено. Все. Это вот. Ага. Это полуразрушенное. На какой ден поедем домой? Сколько стоит хоть одна, можно узнать? Нету цены? Короче, самая лучшая машина, которая есть, это вот. Вот это? Крайслер? Нет. Реально, вообще там сидишь, вот это, с Грузии, я же не Крайслер. А джип, он, смотри, какой классный. Не, Денис, на джипе мы домой не поедем. 58 тысяч. 58? 58. Это новое, да? Короче, так вообще, если по 72 тысячи был. Его так уценили, короче, 75 он был, тут то-то-то, а вот сейчас они его продают, типа, по дешевке 57. По дешевке, нормальная дешевка. Мне нравятся ваши дешевые машины. Я думал, приеду, за 500 евро возьму какой-нибудь Ford, там, я не знаю, Opel хотя бы. Вот какой-то. А это от Торбаха машина. У нас купить 4, вот Ford тоже реально, да, пара капец. Вот я думал, на этом мы поедем, в Фордике. Наверное, мы поедем на автобусе. Смотри, банка такая, да, как у газона, блин, колеса. И баня спереди сними, там капец колес, смотри, какая база, баллон. Вот еще какая-то тачка. Американцы, короче, как бы в последнее время как американские машины попробуют. В моду? Ну вот, 12 тонн меда. 12 тонн меда? Ну да. Ну это по-вашему, а по-нашему, Денис? Короче, грубо говоря, полтора года. Ну это вам за полтора. Мне это на всю жизнь не хватит. Я медом все считаю. Диски какие классные. Мне... Я вот понять могу, нафига откуда. А вот это, видишь, прикольно, у них цена разная уже. Тут, короче, вот это, бардачки тут всякие в этих. Ага. То есть, ну, когда откроешь, вот... Можно еще что-то возить. Положить, пиво. Пиво возить. Эх, нет, туда ты, Женя, нас привез. Это не проездом просто. Проезд. Ну вот это реально, да, агрегат? Ну, Форд крутой, конечно. А это Раптор, наверное. А высая посадка какая высокая, а вот тоже такой фух. Да, Форд Раптор. Раптор? Это газон. Интересно, сколько он жрет? Литров 100? 46, вообще, 40 короче, литров точно. Вот эти бензиновые, но они все на газ переделаны. Поняли, да, что-нибудь эти джипы? А... Есть дизельные, ну, я обманывать не буду, но большинство на газ переделано. Ну и какой рычаг наперед идет, спереди. И под низ сними, подвеску.
6,4 литра трактор, короче. Ну вот эти четки там вот все. Короче, двери, прикинь, на кнопках. Двери сами открываются. Вот так мы ездили еще на старом, вообще все шип-шип-шип. И сзади сидеть он, короче, семиместный. Да, семиместный. Сидишь, короче, вообще свободно. Ну, четко, конечно. Но цена тоже четкая. Цена, да. Там еще есть? Ну, раскуры стоят, пойдем там, может, цена есть, мне интересно, сколько стоит там. Раскур. Автомобиль, Америка. Помыли только. Джип. 4x4 вон есть тоже. Джипи, доджи. Вот, вот какой-то 42 штуки. Даже цены, Ваня, нет на раф. Они бесценные, вот как... А, нет, это... Раф. Сколько, Дэн? Здесь такая же, 52 500. 52 штуки. Это тот черный, да? Да. 54, поехали. Лист, тебе нравится белый? Белый цвет. Белый, белый мне нравится цвет. А ты смотри, это самое. Самец. Это ж самец подошел и... Самец. Ну, короче, американские автомобили, да? Продажи американские. Самец. Не, машины-то красивые, прикольные, ну. Много жрут, много стоит денег, да, Денис? Нормально. Нормально? Уже нет у нас. Сколько? 23? О, ну это уже... Старенькая. Я тут это, ты знаешь, это новый русский там заказал себе машину. Золотой руль, блин, платиновые диски. Там, блин, крокодилья кожа, там дерево самых благородных пород. Ему говорят, ну чё, как, жрёт много. Надо мысу организовать в следующий раз выставку Франца в магазине. Да. Привет, друзья. Зашли в магазин. Крипо. Посмотреть, что почём. Экскурсия. Что? Нет. А мед вот тут должен быть, кстати, пойдем. Не, ну мы можем просто на цены посмотреть какие-нибудь. Так, на чем? На давай чем на мед. Ну, вот это что? Это мед? Это мед. Мед, да. Это мед, мед, мед. Подсолнечниковый. О, это точно украинский мед. 6 евро. 6 евро, пол. 12-40 килограмм. Ага. 12. Ну, 11-20. Да. А это что? Это лесной, наверное? Да. Это лесной мед. Ну, короче, все по 12 евро. 12 евро килограмм. Кто фасует, мне интересно посмотреть. А никак не можно узнать? А вдруг вот действительно это украинский мед? Короче, это в Австрии фасуют. Не, ну фасуют. Там не пишут откуда. Плохо, что не пишут. Так, а давай среднестатистически посмотрим, почем хлеб и мясо. Вон, вот мед, все. Это тоже мед, да. Цены на мед. Кстати, ну, вот это мы сейчас возьмем, это то, что мы вчера пробовали, лесной мед. А, в этом магазине, да, мы вот пробовали. Я его покупаю. То есть получается акация, вот сейчас, когда говорят мед дорогой, дешевый, вот сейчас в акции, акация 8 евро килограмм. Ага. В акции. Еще по продаже, да, понял, да, чем мед? Ага. Вот. Короче, все, что вот этот человек производит, то есть это фирма, вот это, вот эту фирму я мед сдавал. То есть смотри, какую? Вот эту вот. Вот в эту фирму я сдавал мед. Короче, смотри, это липа, да? Да. 8 евро килограмм. Да. Это вот мед, типа, который я сдавал. Да. Он стоит 14 евро килограмм. Акация тоже стоит. Ну, смотри, тоже 8. То есть это сейчас акция на этот мед. А это региональный мед уже. 4-8. Угу. Вот, ну, примерно 11 евро все. 11 евро. Да. Давай это для сравнения посмотрим, почем хлеб. Так, давай хлеб. Или мясо, хлеб, что-нибудь. Хлеб, просто поставь, ну, чтобы сравни люди цены, ориентировались, цена меда, хлеба, ну, мед, хорошо. Германия, Украина и, например, вот хлеб. Яйца, смотри, да, вот, да, о, яйца, да, вот это интересно. Вот почем яйца у вас? Короче, вот это, ну как, эко-яйца, да?
4,29, 10 штук. 10 штук, 4,29. Да, вот это, наверное. Супер. Короче, я предлагаю с меда начать. Короче, вот этот, ну, как бы, мне всех больше мед нравится. Вот. А что за мед? Это лесной. Сейчас мы купили, который... Падевый. Да. Так у меня такого куча. На. Где? На тебя смотрится весь мир. Что скажешь? Приятный, вкусный, прикольный. Вкусный. Мне нравится. Мед. Он такой, как не какой-то, ну, своеобразный. Короче, покупайте падевый мед лесной. Короче, я купил эту штуку, значит, надо вот с этой штуки пробовать. А что это за штука? Короче, по-немецки это Bienenstich. Если перевести на русский, это типа ужал пчелы, да? Ужаление пчелы или как? Штих это, короче, ну как, а Bienen это пчелы. Короче, я думаю, что это укол, самое вкусное. Укол пчелы. Укол пчелы, да? Укол пчелы. А что Денис кушает? А Денис что-то с орехами кушает. Короче, а я что кушаю? Тоже с орехами. Ну тут наркоманский пирожок только есть. Короче, сейчас мы это все поделим. Каждый попробует, кто что кушает. Я так предлагаю. Что-то я неровно делю. Большой кусок Денису занимал, большой. А Ваня посмотрит. Мне чуть-чуть, мне если чуть-чуть, мне не надо. Ваня отказался. Не, я не отказался, я попробую. Короче, сейчас я у тебя отрежу. Давай. Я считаю, что когда ты куда-то приезжаешь, надо делиться, ну как. И дольше попробовать. Конечно. Предлагаю Дениса половину поделиться. Сейчас я у него отрежу. Денис, отрезай половину. Ну что, как тебе? Ты попробовал Бенеш? Он на укус не похож. В общем, обрати внимание, сколько людей булочные едят. Ну, это завтра. Булочные, да? Да, это приходит. Как бы это получается не промышленное производство, как, ну, региональное. Ну, не региональное, как да булочная будет по-нашему, да? Просто частная пекарня какая-то, да? Да, частная пекарня, и он совершенно, ну, как бы, как, ну, другой вкус, потому что тут наш, как бы, производители муки свои, там, ну, как бы, сырье избранное, так сказать, они промышленное. Угу. Ну, ладно, засниму, почем булочки. Кстати, недорого. За это все заплатил я вот это 12 евро. 12 евро, по-моему. Булочки стоят, по-моему, 33 цента, евро, цента. Сколько ты денег заплатил? 12 евро. За 12 евро, это вот, не дорого. Вот тут тебе будет... Здесь в основном кофе дорого стоит. Вот это стоит, короче, вот этот пирог большой стоит... Короче, мы половину куска взяли, это получается 2,30 стоит вот это, вот Bienenstich вот этот, который. Угу. А потом вот это вот стоит по евро с чем-то. А так вот булочка, которую сейчас вот, ты видишь, за 3 центов, она в магазине стоит 14, но ее можно съесть, на следующий день она уже невкусная. Да, она сразу невкусная. Просто отличие мы промышленным, ну, как производством, вот этим, как, ну, ну, понял, да, что мы. Угу. Ладно. Бин аппетит? Бон аппетита, да. Гут аппетит. Гут аппетит. Ты снимай дальше. Да что снимай, я тоже хочу. Да что снимай, По мне нельзя стрелять. Блин, я не следил даже. Ух ты! Сейчас мы их выберем. Сейчас мы им дадим все. Ты там не прячешься? Ай, блядь! Что так тут? Нога подходили. Как с вами? Так. Ай, ах ты, блядь! Ой, блядь! Я вылетаю. Так. Маркус, контратака, у тебя закончились патроны. Да, иду. Иди давай. Уходим. А где? Есть. Давай. На Интер, на Интер. Интер, контратака, пошли. Отдака. Ай, патроны кончились. Да давай его. Дожимаем. Давай, где? Ой, не нашу базу, надо выбивать. Ну ты заебать его.
Да, Инка. Давай. Нет. Давай, Инка, на этого, блин, а? Вот. Он нас патроны забрал. У тебя еще три жизни. Тихо, тихо, кто там падает? Я только два. Собирай, папе. Этих гадов надо без патронов оставить. Нет! Нет, на патрон, нет! Что ты не верил? Пап, ты мертвый! На! Да, ты умер! Умер. Нет. Нет. Русь Ньюс. Так, кто нарушил перемирие? Кто нарушил перемирие? А, немцы? А? Ух ты! Да, ну видеокамера же докажет, кто подсказал что-то. Я не подсказывал. Да ладно, я слышал, Женя, вон там. Я стою тут, ты мне ты ему говоришь. Давай, пап, дави, сволочи. Дави! Вперед! Тих! Готовы? Иди отсюда! Папа молодец. Ударила так. Ты сразу ему четко в голову. Бай,